Конечно, за коммунистов. Да? А почему за них? Ну, потому что демократы меня сюда загнали с Ростовской области. А-а-а. Там работы нет, я сюда приехал работать с семьей. Ну, а вообще слышали о каких-то нарушениях на выборах вот где-то на участке? Ну, в соцсетях смотрел. Там показывали. Ну, а вообще, как относитесь к результатам общероссийских выборов? Ну, мне они не понравились, но это... Можно доверять вообще? Я не доверяю абсолютно. А вы, ну, знаете, что здесь голосовали, это почти 60% проголосовало за КПРФ в совхозе. Я в курсе. Вот. А как вы считаете, ну, почему такие разные цифры? Вот в Москве даже той же и в совхозе. Ну, Москва, она далека от сельского хозяйства. Совхоз – это последний здесь вот вокруг Москвы осталось хозяйство. Я сюда приехал в 2001 году, еще Горького был колхоз, вот, рабочий, и Владимира Ильича рабочий колхоз. Вот. Ну, демократы их разогнали, все, видим, только дома стоят и все. А здесь вот одно осталось. Потому что если тут демократы, то мы без работы останемся. Ну а что, люди вот в Москве не верят в социалистический такой путь развития, как вот... А Москва это совсем другой регион, это страна в стране. Я ее никогда не считал, что это одна наша страна. Это даже с советских времен такая была песня. А вот насколько легче и лучше живут простые вот люди, рабочие в совхозе имени Ленина, чем, ну, как вы считаете, чем в других регионах? Ну, я не знаю, здесь какая-то стабильность есть, работа есть, зарплата. Вот. Есть куда детям пойти. Рядом школы, все. Вот такой разницы между богатыми и бедными здесь не ощущается? Ну, нам ощущать некогда, мы работаем практически без выходных. Можно тогда полностью, чтобы вы назвали фамилию, имя, отчество, как вот, если что... Киселев Олег Геннадьевич. Киселев Олег Геннадьевич, да? Вы работаете механизатором на... Да, вот на комбайне.